Приветствую вас. Я думаю, у вас довольно много страхов определенных, да, я думаю, у вас довольно много переживаний. Вот. И я думаю, что вот когда я читал ваш текст, меня не покидало ощущение, что вы позиционируете себя как очень плохую. То есть вот я плохая, вы это транслируете. Я вот видел ваше фото в предыдущем вопросе. Я не знаю, конечно, ваше это фото или нет, но во взгляде явно что-то такое вот чувствуется, что достаточно сильно вы себя обесцениваете. Вот. То есть есть какой-то такой момент, связанный с этим. Как мне кажется, вы боитесь достаточно сильно остаться одной. Это такой вот страх одиночества. Вот. Ну и судя по тому, что вы пишете, я думаю, достаточно очевидно то, что вы вот, ну, пытаетесь быть, значит, сильной, да, пытаетесь, ну, проявлять вот эту силу, вот, но у вас это, ну, не то, чтобы не получается, да, то есть нельзя сказать, что у вас это не получается, у вас это, конечно, получается, но слишком многим приходится жертвовать. То есть опять же вот, когда вы говорите про, например, ну, вот, про то, как вас там видят, воспринимают в, ну, в обществе, да, вот, вы говорите, что не очень хорошим, не на очень хорошем счету вы, вот, то это очень, ну, очень похоже на, знаете, защиту такую вот, как бы, психологическую, вот. То есть вот, такой момент, очень-очень сильно это похоже на психологическую защиту, просто защищается от чего-то, может быть, от, там, может быть, от разочарования какого-то защищается, может быть, там, еще от каких-то моментов защищается, то есть, ну, самые разные могут быть аспекты здесь, конечно. Вот, но важно немножко, ну, важно немножко другое. Важно то, чего вы боитесь, вот, на, ну, на самом деле, например, чего вы боитесь, да, да, вот, и важно вам это понимать, то есть вам, ну вот, вам самой это понимать, а чего вы боитесь, что вам страшно, вот. Потому как совершенно очевидно, на мой взгляд, что в основе лежит некая такая вот ваша тревожность, может быть. Да. Ну, в целом. Это тревожность такая. Вот. И, собственно, проблематика. Проблематика этой вот
тревожности это, ну, то, что нужно решать, на мой взгляд. Потому что сама по себе проблем не решится. Вот. То есть, опять же, если вы, например, зададите себе вопрос, да, если вы зададите себе вопрос, для чего мне отношения? Вот вы там говорите, что я то не готова к отношениям, то я к ним готова, а вот для чего мне отношения? Что я хочу? Вот, что мне нужно? В чем я, ну, грубо говоря, нуждаюсь, да? Вот. Почему, может быть, почему мне так хочется, ну вот, быть в, ну, в отношениях. То есть это, на мой взгляд, достаточно важный момент, на который нужно ответить вам, потому что ситуация усугубляется там тем, что, ну, если я правильно вас понял, вы в треугольнике Карпман находитесь. Вот, то есть у вас есть спаситель, это первый молодой человек, который должен был вас спасти, и который, собственно говоря, вас и спасал до определенного момента. Вот. Потом, он превратился из спасителя, вероятно, в кого-то другого. Он превратился из спасителя, вероятно, в тирана. Вот. И вас это стало тяготить. Ну, в принципе, это такое, знаете, достаточно часто, я бы сказал, явление, да, ну, вот. Достаточно часто такая история, когда то, что изначально спасает, потом начинает, ну, условно говоря, угнетать, наверное, вот так это было бы правильно. Ну, то есть, вот, так это было бы, наверное, наиболее корректно сказать, угнетать, да, такая угнетающая сторона получилась. Ну, получилось. Вот. Значит, вам нужно исходить из этого, на мой взгляд, и двигаться как-то вот уже в этом направлении для себя, то есть в направлении именно исследования того, для чего мне отношения, зачем, ну, зачем мне нужны отношения. Вот. И проработку именно этого аспекта в первую очередь, потому что вы боитесь остаться одна. Вот. А и то, как вы ведете себя, ну вот, непосредственно с, допустим, ну, с теми же мужчиной, да, вот, что вы
Да, вы чувствуете безусловно, что я хочу сказать, что вы ничего не ощущаете и что это вот исключительно такой интеллектуальный, ну, результат интеллектуального какого-то труда. Нет, я так не хочу сказать. Но я хочу сказать, что возможно, к мужчинам вы относитесь в некоторой степени, ну, непосредственно, но видите, у них исключительно мужчин, вот, хотя вы говорили, что вам важно, чтобы было интересно, и, собственно, вам интересно с настоящим молодым человеком, с которым вы сейчас, ну, в отношениях. Но вот мне кажется, что все-таки на первый план вами выносится не интерес как личности, да, а именно вот интерес больше как, ну, именно вот как мужчине, как к тому, кто может вас защитить, потому что вы чувствуете себя в опасности такой вот постоянно. Ну, если не постоянно, то такой довольно часто опасности. То есть от вашего сообщения прям исходит такая, знаете, тревожность очень сильная. Вот. Это то, что я могу сказать. И, возможно, у вас были какие-то вот случаи насилия, может быть, домашнего, потому что есть у меня ощущение, что вы прям боитесь, что человек, с которым вы сейчас, ну, в отношениях, да, вы боитесь, что он вам прям вот что-то сделает. Вот. Такое у меня еще чувство возникает. То есть вы боитесь прям, что человек вас, ну, захочет там, не знаю, вам отомстить и так далее. Вот. То есть это такой тоже довольно специфический получается опыт. Вот, что вы считаете, ну, вот, что достойны того, чтобы вас там, ну, наказали, вы считаете себя достойны того, чтобы, ну, может быть, чтобы заставили там расплачиваться, вот, то есть, ну, какая-то такая история, короче говоря, вот, и, собственно, ничего приятного, понятно, в этом нет, вот, и мне кажется, ну, вот, в какой-то степени, по этой причине, кажется, что в первую очередь вам нужно разобраться со своими чувствами и противоречиями, потому что, на мой взгляд, довольно часто ситуация бывает, когда мужчина вообще не знает, с кем он общается. То есть, ну, просто вот непонятно, с кем человек общается. Вот. Непонятно, что вообще вы себе представляете. То есть вы можете вот, ну, на мой взгляд, да, вы можете вести себя совершенно по-разному. Вот, это я вам не в вину ставлю. Нет, это я вам ставлю не в вину, это я вам
просто говорю, что некое непостоянство, да, может сбивать просто с толку, вот, в том числе мужчины, и, соответственно, может быть проблема из-за этого. Проблемы могут быть из-за этого. Вот. Так что на это тоже нужно обратить ваше внимание. Вот, ну, в принципе, наверное, на этом все. Вот, то есть, на основные моменты я вам указал, да, а дальше, соответственно, я думаю, что вы можете сами для себя определить, чего вы дальше хотите. Ну и хотите ли вы вообще дальше чего-нибудь. Ну то есть я имею в виду, хотите ли вы заниматься там, допустим, той же психотерапией, например, да, хотите ли вы заниматься там, дальше собой, да, и так далее. Хотите ли вы там более гармоничные отношения устраивать и так далее. Хотите ли вы лучше разбираться с тем, что чувствуете, что, ну, что ощущаете и так далее, или нет. Вот, то есть, опять же, все это весьма, ну, все это весьма важно, все это весьма значимо, все это весьма, ну, все это весьма полезно для вас, да, если у вас как бы нет, ну нет таких элементов в поведении, если у вас нет этого в, значит, своей мотивации, то есть ну, ваша мотивация не вставляет вот то, о чем я говорю, например. А вот, то это, конечно, повод немножко беспокоиться, да, повод немножко озаботиться своим развитием. Ну, личным развитием, конечно же. Вот. Вот то, что я могу вам сказать, то, что могу вам ответить, ну, как бы, то, что я могу вам дать, ну, именно вот на текущий момент, вот, это то, что мне кажется наиболее важным. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.